Добрый день, дорогие друзья, любители видеоигр, с вами The Evil Gamer и Альфа AlphaStorm. Шторм. И мы, короче, сегодня... Так, чё мы сегодня? Сегодня снимаем мы... игру Resident Evil 6. Да. Что ж, давайте-ка поиграем в эту замечательную первая игрушку. Глава. Да, первая глава. Вот, написано. Что надо, необходимо сделать, чтобы такое-то сделать. Ага. Действие. Ёбаный, это чернослив. Чем? Весело. Ой, бля. Да, это, блядь, просто картинке, на картинке тут парень изображен с пистолетом и зомби. Ну, у меня просто черный экран и надписи какие-то, блядь. Нормально, чё. 2013 год. О, это мы. Это, точнее, это Миха. Альфа что? Посмотрим или как? Да, давай. Эм, а чё за эхо? Может пропустим? Да, пропустим. Так, не, давайте с вами. Это зомби, короче, вот мы с ними будем дубасить. Добро пожаловать в мир, Resident Evil 6. Не забываем подписываться на канал, будет каждый день выходить вот эта вот замечательная игрушка. Так что ставь лайк. Да. На ему сейчас бошку. Да. Хедшот. А, давай пропустим эту. Да, думаю, тут уже все. Здесь все. Так, ну чего? Продолжай. Ух ты, бля. Опять ебаная загрузка. Опять 10. А. У меня быстрее прогрузилось, когда я, блядь. Ну да, вместе мы, конечно, тут. Так. Ну, давай. Ты загрузился? Загрузка идет. У меня тоже. Вот, все. Все. Ну вот и мы, Альфа Шторм передо мной. Ну да. Давай пропустим это, думаю. А мы и так уже это, блядь. Это уже игра идет. So what's so special about this church? You have some Здорово. Sins to confess. Альфа Шторм, привет. It's hard to explain. If I don't tell you what the cathedral, you may not believe me. У меня орёт прям сильно-сильно. Вообще чёт. Громкости звуковых эффектов, музыки чуть поменьше делать, блядь. Это пиздец. Ну да. Подожди меня. You're gonna tell me everything once we get Когда to the cathedral. Когда доберёмся до сбора, ты мне расскажешь. По рукам. По рукам. Так, это мы сделали. Давай. Погнали, вроде ты... нормально все, настолько громкость речи в игре, тоже потише. Да, ну я тебя не слышу, эхо нет. Не, я чуть потише делаю, чтобы не орало, блядь. А то меня вообще не слышно. Мне зрители сейчас будут говорить, что за хуйня, что за Evil Gamer Star произошел. Так, ну что ж, мы начинаем проходить. У нас это Resident Evil 6 на ну, да, канале The Evil Gamer. Да, и мы... Я в шторм. Да, блядь, бегать не можем. Охуенно, блядь. Пошли, ёпт. Погнали. Ну, блин, бесит то, что нельзя бегать, конечно, начать, но... Два, нормально все. Так, мы идем вон, там осталось 15 метров до двери. 17 у меня. Ну, это у тебя, наверное. Ребятки, это просто игрушка-бомба. Здесь будет просто нечто, блин. Да, особенно если дальше пройти. Веселье будет. А, так. Садомия. Давай, В, нажимаем. Давай, ломай. О, бежать можем, да неужели? Смотрите. О, я за дверью. Если увидишь зараженные, мочи. Поняла. Я поняла, понял. Поняла. О, это у нас, это у нас тут жрали, короче. Ресторанчик. This is where the reception is gonna be. Люстра крутые. Хуярили, блядь. Жрали, что только не делали. Так, ну что, бежать мы можем? Нельзя пока что. I hope so. Низкополиагональная тень, да. Так, ну мы продолжаем. О, да. Низкополиагональная тень. Спускаемся по лестнице. И неужели мы можем бежать? Ёп, твою Да, мать. Ладно, побежали там. Куда? 40 метров там бежать. А, надо найти код, по факту. Пошли, ёп. Ура, я бегу. Сейчас мы проверим. Так, вроде нормально. Так, целимся, все хорошо. Просто текстурки Resident Evil, я так понял, разработчики решили не, особо не заморачиваться с текстурами. Ну, наверное, да. Ну, а так все равно игра красивая. Освещение мне отсюда, я балдел. Так, что у нас тут? Бля, меня напрягает одно то, что здесь никого нет, это хуёво.
Это 8-0, что ли? Да. Че, кому знаешь, зомби сейчас пойду так. Да не дай бог. О, кстати, мы можем стрелять уже, да, ёп? Опа, на. Чё, за, чё там за хуйня? Подожди, блядь. Ёп твою мать. Так, никого. Пока что всё. Всё, блядь. Блядь, ой, кто там кашляет? Там, блядь, зомби, ёп твою мать. Кто там кашляет у нас? Чё за херосос, да. За кашля. Чё-то резко у меня FPS здесь присело сейчас. А, у меня, кстати, тоже, ну потому что загрузка сраная. Блин, вот как загрузка ровно 60. У тебя 60? Вот загрузка идет 60. А вот здесь куда? Don't shoot! Вы не стреляйте, меня прошу! Блевание. Посмотрим, блин. Да. Вы в порядке? Да не, нихуя, туман. Туман у меня в башке, я ничего не понимаю. Что происходит здесь? Давай, ты будешь комментировать. Это что за хуйня? Лиз! Ты где, моя дорогая? Там слишком опасно. О, ебать. iPhone 6. Короче, тут надо дочку найти, понятно. Хорошо, я понял. Но если не будешь вести себя тихо, то погибнешь, не успев ее спасти, понимаешь? Да, конечно. Схватил ему ротик я. На тебе. О, понятно, дочку тут найду. iPhone 6. Лиз, люблю тебя. Да, давай пропустим, короче. Понятно. Пропускаем, ребят. Тут дочку надо найти его. Ой, блин, давай, куда пошел? Старый. Хуй с фонарем, ёп. Это из этого. А Гаррис Мода такие есть. А он совершенно не из Гаррис Мода. Не знаю. Но он реально похож. Так, мы идем за ним, потому что тут. Ебать. Ух ты! Тихо. У меня здесь тоже присело. Я прям испугался. Не, нормально. Да, FPS, конечно, проседает. Но игра на самом деле хорошо падает. Ну, даже если не снимать, очень круто играть, совет. Да. Не, если я, блядь, не снимаю, мне не лагает вообще. Еще. Бля, темно, ёб твою мать. О, что это, блядь? Ещё, ёбу дали, что ли? Старый пошел, давай. Ещё они ещё ёбу дали, они меня так напугали, блядь. Сэму. Мудак, давай быстрее. Ну, шевели, косы. Давай, быстрее, бля. Только не говори, что ты сейчас застрянешь тут, бля. Давай, шопку пристрелю тебя. Все жопку пристрелю. Че, застрял, что ли? Да не-не-не. Нет, только не говори, что ты застрял. А вот потому, что его нельзя было трогать, Мик. Я его даже особо-то не трогал. У него, видишь, фонарик, блядь, застрял. Высос, блядь. Ну-ка, если у него выстрелить? Не? Хуёво. Не. Заебись, блядь. Не, патрон на него, это... Ну, ребятки, он у нас завис, короче, давайте-ка мы с вами... Давайте мы приостановим, да? Да, как только загрузимся. Это оттуда начнем. Да-да-да. Так. Ребятки, он прошел. Прошел наконец-то свою точку. Да, странно. Ой, что это, блядь? Осторожно. Люстра упала. И загорелась. О! Долбоёб. Сейчас будет долго думать, что делать. Ничего себе. We need to find her. А я сначала подумал, когда, блин, он опять застрял. Так, что у меня тут есть? А мы же открывать должны, точно. Давайте мы откроем. Открываем пробел. Точнее, я открою. Опа. Пошли. Пошли. Давай, ты идешь? Молодец. Сейчас будет рассматривать скорее. Всегда, блядь. Лиз! Плиз, Лиз! Лиз, блядь. Сейчас я ему в голову дам. Не надо. Давай, открывай. Открывай, дебил, блядь. Знаешь, мы тоже вот такой ощущение, когда кто-то застревает, то не застревает, да? Please answer. Прошу тебя, ответь. It's your daddy, Liz. Лиз. Говнолиз, блядь. Пошёл. Испугался. Чё, мы открыть не можем? Ну открывайся ты, ёп. Ну, открывай. Ну открывай нам дверь. Пошёл. Ты же у нас тут директор, блядь, холдинга. Давай. Молодец. Молодец. Пойдём. Пошли. Налево сейчас, наверное, скорее. Или направо. Смотри. Альфа-шторм, это раритет стоимостью 1 миллион долларов. Давай вот здесь сейчас. Блядь.
Че там, мы откроем? Нет, он должен открыть. Давай, открывай, ёпта. Стоит он, рассматривает. Сейчас ему в голову. На-на-на-на-на. Это тра-та-та-та. И все, жизнь хороша, да? Да. Ну давай уже, ты, старый пердун. А не, он молодой, кстати. Все, кстати, у нее сердце, по-моему, плохо. Но вздыхает. Давай. I called for help, but we got cut off. Пошел. No, she's here, somewhere. На-на-на-на-на-на-на. Я тебе могу сказать, чувак, пизда твоей дочери, потому что она уже, блядь, не будет зомби. Опа, нож. Ха. А у меня нет, мне дробаш. Я охуенно задробашил, зарежу. Опа. Что зарежу? Задробашил, хорошо. Режем, блядь. Режем. Да не надо, оставь его в покое. We'll need to get the elevator working again. It's locked, but I work here. Она заперта, но я здесь работаю, у меня есть ключи, там мы можем взять мою машину. Конечно, у тебя есть ключи, директор. Let's find Liz and get the hell out of here. Это должно уже быть все здесь под контролем. Давай. Liz? Liz, Liz? Жалко, что нам не в лифт. Это вообще, блядь. Смотри, ебать, он сильный. Я себе чё, мужик. Учёный. Учёный, блядь. Сука. Только не сделать одно движение, ему кранты. Но только не в этой игре, Мех. Ну да. Давай уже, что такой медленный? Давай иди, я быстрее тебя вижу. Ой! Ё-моё! Не пугайте нас так, да, ребятки, кстати, эта игрушка немного, ну как бы, да, тут зомби-апокалипсис, еще немножко хоррор присутствует. Поэтому да, вот да. Почему так мы пугаемся. Давай. Давай откроем. А, да, мы вдвоём. Оп, оп. Сейчас будет весело. Наверное. У меня опечаток и двери не нравится, край. Бля, точно. И чё? Блядь! Ты не пугай так, дура тупая. Она уже, чё с ней, ёпта? Не знаю. Зомби превращается уже. Лиз! Лиз, Лиз, долбоёб, чё ты к ней подошёл? Ты сейчас сдохнешь. Вот так. Да посмотрим, что здесь продаж. They already got out. They're waiting for us at home. Как бы ничего, то что здесь кровь, тут, по-моему, должно быть ясно, что с ними произошло. Ля-ля-ля-ля. На мясорубочку пойдем, мясорубка. Тра-та-та-та-та-та. Ладно, пошли. А куда они пошли? А вон они. Идем за этой жирной жопой. На, давайте отрезаем. Ладно. Пошел. Иди, хуесос, дальше. The elevator is up ahead. Hopefully it still works. Давай, блядь. Но... Чмо. Бля, жопа охуенно. Не, у меня получше ж забавы. Это что такое было? Подожди. Что взорвалось? Я не знаю, что там у нас. Ну ладно, не обращаем, идем, короче. Бля, такое ощущение, как будто кто-то что-то сломал там. Чё ты встал? Меня ждут, что ли? Да ладно. А, понятно, чё мы тут. Let's get this out of our way. Давай, мы с тобой силачи. Ха! Ёб ты хуля. Давай. Опа! Интерактивчик. I'm glad you guys were here. Не, жалко, конечно, девчонку его, так точнее, да. Дочь его жалко. Да? Да. Ну, к сожалению, мир суров, выживает сильнейший. Так, на загрузку. Контрольная точка. Заебись. Ну, думаю, сейчас посмотрим. Вот. Угу. Что будет? Интересно. Да. Ой, не нравится мне. Зачем ты ее взял? У нее рожа красная, у нее глаза какие-то чуть. Странные, согласен, бля? Да, да, да. Стой, как два дебила, блядь, стоим, смотрим, да. Повернулись. Да, все будет хорошо. Все будет плохо. А, сейчас я, короче, держу помогать тебе. Уэ, папашечка. Папочка. Все, блядь. Liz? Mm-hmm.
Давай посмотрим, я хочу просто посмотреть. Немножко трагедия, дорогие друзья, но только не пускайте слезки, все будет хорошо. Это все же игра. Сейчас будет жесть, наверное. О, блядь. Только не говорите, что мы сейчас с ними будем. Это что за хуйня, блядь? Миша, что за хуйня? Не знаю. Ёб твою мать, уберите ее нахуй. Что это за хуйня? Пошла вон нахуй, ебаш. Ебаш ее, блядь. Ты чё, ебаш? Пошла нахер. Тупая, блядь. Тупая. Сейчас. Чё, блядь? Я вообще ничего сделать не могу. Я ее отбиваю, с ней беру. На, ёпта. Всё, блядь. Положила бал. Жесть, конечно, ребят. Я так чуть не просрался. Минус один. Чуть не просрался. Сейчас будем минус один. Сейчас будем выживать. Сейчас будем. Фончики есть и его. Так, да. Где мой нож в руках? Мой нож. Ну чё, мы идем, ёпки, или чё? А, доставка. Лина, grab your gun. А, я сейчас понял. Спасибо. Здрасте, дорогие. Ёпки. На, на, давай. Чё нахер? Дай нож возьму. Чё-то вас до хера. Опа, на. Вот и все, ребят, веселье. Так, где мой? А, у меня патронов нет. Ладно, у меня что-то есть. Я дробашник. Ты тоже хочешь повеселиться? Сколько его ушек-то? Я не понимаю. Ну чё? Вон там запарь, смотри. Со своего... О, патроны. 10 патронов. На, нах. Сейчас подойду к этому херососу. Ты чё, ёпта? На, тварь. На, скотина, блядь. Ещё один. Давай, вставай, хер. Чё, ёпта, да? Всё, добей его, на. Нахер их. Сдох. Так, здесь патроны есть? Нету. О, выход. Ой, чувак. А может останемся, чисто прыгал? Давай останемся. А где? Если что, потом перепройдем. Где они? Давай просто останемся, посражаемся. Я думаю, понравится, смотрите. А мне кажется, они не откроют мне. Давай посмотрим, что с несколько. Если не получится, то. Не, это все скример, их там даже не видно. Вот, даже отсюда смотрю, никого. Скорее всего, со спины зайдет. Да, это скример, пошли. Ну, жаль, ладно. Ладно, давай. Они бы уже сломали там. Опять сраная загрузка. Это, блин, как Гарри Поттер, ёпт. Только здесь побыстрее, слава богу. О! Сиськи, ёпт. О, охуенная у тебя жопа. Что за хуйня? Help me, help me. Ребят, сейчас их знает, Саш. Тебе бежать надо, чувак. Я думаю, их сожжут сейчас. Бегите, придурки. Танцуют они там. Нём-нём-нём-нём-нём. Идите ко мне. Ну, это, думаю, в общем, понятно, давай пропасть. Не, давай посмотрим. Смотри, жратва. Let's go. Леон, it's too late. Леон, слишком поздно. Пропустим, ладно. Нахер. Нам все понятно, и вам, зрители, тоже, в принципе, что происходит. Просто жопа боль. Апокалипсис. Самый лютый. Пара-пара-пара. Па-парарам-пам-па. Вы очки умения, вы можете зарабатывать очки умения, играть за наемника. Заебись. Ладно, так. О, так, ну что? О, ты куда-то пошел? Здесь можешь что-нибудь подобрать, наверное. Вот. Там нет, я думаю. Что... Патроны, почему? Хорошо, патроны. Тут патроны так. Травку. Нет травки? Травки нет. Кстати, комбинировать. Подожди, могу. А тут вроде. Не, баллончик есть у меня. Нет, ну коробки можешь разбить.
Ребятки, почему мы сейчас знаем, вот, где что находится, потому что мы еще в пятый играли. А ну пятый мы не решили не снимать, потому что там графика, конечно, не очень, честно. Да? Но если вы хотите, не забывайте ставить лайки, да. Если мы наберем настоящих 20 лайков, ну как, причем здесь настоящие, ну да, 20 лайков, и... Да и пятое будет вам. Наберем 50 подписчиков за недельку, то обязательно снимем 5. Будем тоже снимать. Там пятое вообще будет без Б. Вообще охуенно. Странно. Помнишь, что был тот, по-моему, раньше? Да нет, здесь никого не было. Здесь жопа боль только есть. На, пошла. Что, здесь ничего нету? Ну ладно. Что ты делаешь? Здрасте. Че, чистенько? Хе-хе-хе. Сейчас будет веселье. О, ебать. Ра-та-та-та-та-та-та. Ну понятно. Sorry. Didn't mean to do that. Да я вынесу сейчас. Сейчас, да пусть упадет нахуй. Пойдет. Не, мне может схватить, я знаю. Дай в хэт попробуй, пока. Давай, иди ко мне. На, тварь. Один раз. Сейчас, дай разберусь с ним. О, ты меня облегчил. Ты мне жизнь облегчил, Альфа, что. Да, как-то, я все равно путаюсь, котиновки просто, к сожалению. Это вообще ползает. О, тут травка, что ли? Где я ползу, где? Вот. А, вот. Ты чё, я... Пока. А, блядь. Пополз он, блядь. Изи фарм, ну, пуджай. Дота 2, блядь. Но, нового поколения, ёп. Смотри, как я умею. Опа. Смотри, вот так ты умеешь? Чё? Смотри, где я. На столе, блядь. Так тяжело. Пиздец. Блядь, почему она не может тупо вот... О, травка. Да ладно. Я травку нашел. А чё можно... А, травку можно комбинировать. Комбинируй траву, блядь. Погнали. Так, кто здесь сейчас? Так, ну чё здесь за говно творится, ребятки? Так, дайте я посмотрю, чё случилось. Что за говно, а? На улице чисто, как ни странно. Никого нет. Жизнь боли, ребятки. Чё, ни ящиков, ничего? А мы вообще сюда... А, вот! Прекрасно. Ой, блядь! Ты чё, ёпт? Я знал, что он, блядь, прыгнет сейчас. Минус, ё. Как ты ему пропускал? А ты кто такая, блядь? Ты кто такой? Давай, до свидания. Всё. Нормально. И, без... И патроны не надо. Лучше не тратим патроны просто. О, дробаш есть у меня. А чё здесь ничего? Чё за... О, нихуя! Ты это видел, блядь? Альфа что? Да, я его уже... Это, блядь, забавно было. Не, лучше не буду, лучше нож возьму. Нет, не трать патроны на жопу. Так, куда там идти? А, вот сюда. Так, комбинируем траву. У нас две личика. Конечно, от какого лица неудобно играть, если честно. От какого лица? А, вот это, вот это. От третьего лица сейчас станет хвостик. Или нет? Нет, он не станет, походу. Это да, согласен с тобой. Ну чё там, блядь? Хуенчик. Сейчас там по-моему... Опа! Нет. Тихо, дай я его сейчас ебану. Вот он. Блять, что так криво ты? На, еще. Сдох, пидор. Что, крич? Опять травка. А он еще живой. Вообще, это дура какая-то. Че, охерели, что ли? Че там? Подожди. А, траву возьми. Гранату взял. Ты все взял? Траву там? Да, да. Гранату взял. Трава, ёпа. Чё тут, пока хорошо? Не надо, у меня жизнь. Тебе, конечно, повторяется прям эти... Как бы, карта повторяется тут немножко. Ну, нахуй. Может, ебанем их? У меня граната есть, давай ебанем. Давай, я тоже, может, или... Не, я, у меня граната хорошая, одной хватит, твари. На тебе, ебёныче! Горите в аду, блядь. Сдохли. А, нет. Чё, чё не было? Ты чё? Что это, блядь? Ты чё, ёпта? Хуево, блядь, моего мужика, блядь. Что? Взял его в стекло, нахуй. Башкой. Нормально, ладно, погнали.
Так. Давай, я тебя жду. У меня дверь уже. Тут встанет, я же знаю, блин. Давай это, я уже около двери стою. Ты чё? Мне помощь нужна. Не живой. Мне помоги. Я не могу. А ты не откроешь, тут ещё надо взять ключ, забыл? А тут ключ не нужен, брат. Нужно. А тогда нужно подойти и нам взять задание. У вас дохуя тут, ребят. А, они здесь, что ли? Ты чё, гранат или чё? Я гранат подобрал. И просто... Ещё одна граната, ну-ка. Ну, прекрасно, так не кидай её. Так, ну давай откроем. Чё? Я жду. Офигеть, я еще три граната, у меня уже три граната. Три, ёпт. Я уже сооружённый просто в жопу. Ааа! Давай, открывай. На, о, бля. Стоп, подожди, стой, 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 стой. Не ходи, я хочу гранату кинуть. Давай пропустим это, я думаю. Давай. Стой, сейчас. Кидай её. Подожди, где моя гранатка? На F нажми, на F. На F, сейчас. F и крутишь там. Вот граната. Подожди. Сейчас вот этого. Бля, попал. Ладно, не буду. Вот еще, давай здесь их прибьем, нахуй. Продавец типа, да? Блядь, живой еще, сука. Че, охуело, что ли? Фига тут патронов. Ой, сейчас вот так подкат. О, суши, ёп. Смотри, суши. Че? Давай пожрём мне. Суши-бар, блядь. О, патронов дохуя. Пошли. Ну что, ты не перепрыгиваешь или? О, молодец. Подожди меня. Храни вас, Господь, ёп. Раз сюда. О, да ладно, ты чё, крутой? А чё, он перепрыгнуть не может? Помоги мне, если чё. Сзади, блядь. Ты чё, живая ещё, что ли, ёпка? На, тварь. Да, но надо не щадить. О, еще один. О, смотри, смотри, смотри. С топором, блядь, я с ним разберусь. Чё, ёпка, ебату получил? На, тварь, блядь. Я тут главный, на. С топором, да? Возьми. О, травка красная. Раз. Красный. Взял? Ну тут как бы фига. Вот, да ладно, я тоже могу взять. Как я бы... жопу расфармил. Вообще, с другой стороны, это неправильно. Это как-то странно все выглядит, ну ладно. А он? Сколько у меня травки? Ханаген, the gate's locked. Anything you can do? Move it. Sorry, not from here. Нет, и куда? Вот, дверь. Try the staff building behind the bleachers. Альфа, что? I'm guessing you'll find keys for the gate there. Сюда иди. О, бля, я чувствую, такая жизнь будет, наверное. Вот здесь, ну, наверное. Лечилки у меня вчера, поэтому я не парюсь. Тут мне это место не нравится. Мне тоже как-то. Ну, я думаю, они не станут. Че, блядь? О, вон, знаешь, сколько хуя там. Я пока еще перебил парочку. Открываем, но... помоги. Сейчас будет весело, мне кажется. Ну да. Ща будет. О-о-о-о! Да вы чё, ёпта? Не, нам этого не надо, добра, пожалуйста. Я только сразу убегаю. Спасибо, блядь. Трава есть. Давай-ка я дробаш возьму. Давай. Надо. Ну, а что, бутылка из сра. Что, все, да? Блян. А. Что за бред? Что-то у вас до хера урода. На, блядь, вам доску нахуй. Больше. Не умираю, что ли? Живи. Сейчас мы туда стреляем. Ты вас до хера там парень. По голове им стреляй. Ну, хорошо. Ты чё? Ты чё, блядь? Чё, ебанутый? А, блядь. Хорошо, блядь. Да.
Да какого фига? Чую. А, ты еще. It's open! Get out of there! Now! О-о-о, быстрее! Открывай эту дверь! Ой, сейчас будет весело, надо будет дышку. Бля, у меня жизни мало, что за бред. Давай! Открывай! Выстрел в голову отрезал, думал. Да, ребят, посмотрите на видеозаписи, можете. Ольга, что? Хера они мне жизни до хера отняли. У меня патроны даже закончились. А у меня... Не, возьму-ка я на всякий... Хотя нет, не буду. Не, у меня аж 85 патронов. Не нахера. Ну дробаш или чё? Пистолет. Дробаш 18, другой дробаш тоже 16. О, здесь вообще веселье будет, я чувствую. О, ты меня не пугай, я думал, что это зомби. Так, ну чё, есть что-нибудь здесь? Похоже, нет. О! А вот этого я не видел. Смотри, можно вот это разбить. Подойди ко мне, подойди ко мне. Да я вижу. Ну ты ее возьми, блядь. Выстрелил. Да ладно, окей. Потом возьмешь на обратно. Так, ну что у нас тут? Ключ. О, какого? Ты у меня насилуют! Помоги себе! Тварь! Нихера, почему он так жизнь? Что за урод? Заебал. Ты достал! Чего? Чего? Что за бред? Достал ее. О, кредитная карта MasterCard. Вкладчик, блядь. А? У меня. Ой, чё? Чё, умная, что ли? А? Умнейшее создание. Так. Этот я тоже... у тебя красное показываю? Нет, у меня нормально пока. А я? Я зеленый? Я бы просто... Ну да, вроде да. Здесь кто-то должен быть. О, патроны. Раз. Ты чё? Блядь. О, вставай. Ну давай, я знал. На, лицо, блядь. Давай, шкафчики, по идее, что-то можно открыть. Да. Ну-ка, давай, вставай. Чего? Ты чё? Чё, ёбу дал? Что он жирный какой-то, ёб. Живой что ли? На! Хуевший сосал. Ты чё? Кто ты чё один встал? Достал! Живые мертвецы, блядь. Стоп, слышь? А. Дай на всякий случай гранату возьму, потому что мало. Дади. О, я слышу скибану. Дай, дай я кину. Ой, этот выжил. Ай! Ты чё делаешь? Я ж тебе играл, отойди. Так же не меня надо, ты не взорвал. Нет, я тебе сказал. Дай я еще одну, так отходи. Отходи, дай. Сдохни. Да давай. Похер на это играем. Ой, патронов дофига. Жить хорошо. Так, ну что у нас? Добра тут много и позитива, да? Пипец, у меня 4 штрафа, ёпт. Сейчас, секунду. Чё, блядь? Да раз. Давай! Ну ты хоть говори, когда ты делаешь что-то. Ты прям не вовремя себе под гранат здесь. Гранат. Только почему мне урон не наносит? Бутылки, да? Без бутылки. Отходи, дай я еще одну кину. Я люблю кидать. Раз, два, три. Пока! Вообще топор кинул меня. Че, я херю. Ты чё? Ты ж ты! Что ли надо? Баба, шлюха какая-то, блядь. Взяла мне один хэл от него. Умудрилась. О-о-о. Тюри-тюри.
Ты тоже шлюха, парень. Так, на этих я отстрелил. Минус. Ты чего? Живой, что ли, блядь? На, так. На, сами, ножом, блядь. В спину, блядь. Сдох. Все, прекрасно. Пошли. Все прекрасно. Жизнь хороша, да? Открываем эту дверь. Сейчас валить придется, я чувствую. Это какая-то боль. Ну да. Так, ну чего тут у нас? О-о-о! Бежим! Альфа-шторм, беги! А теперь бежать. Бежим. Быстрее! Давай, 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 давай. И тут тоже, наверное, я чувствую там жопу. Начинаю. Вот теперь валим, блядь. Давай направо, блядь. Сразу, бежи, беги, беги. Сразу ты меня толкаешь, Коль. Я тебя не толкаю. Просто. Воу, что это такое? Валим, валим, валим. Давай, 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 машина, машина. Хер с тобой. Садимся, ё. Пошел, жоп. Так, что-то я там уже... Давай, заводи эту машину. Are you sure? Быстрее. Что за хрень? Зомби. Давай быстрее, сейчас же сломают все нас. What about the glove compartment? No, бери быстрее. Включай эту. Check the car and it's easy to look in the movies. At least the wipers work. Да быстрее же, они ломают. Should we hotwire it? Давай. Давай! Пошел! Ура! Эй, ты чё? Чё, не играл? Погнали! Заткнись! It's clear behind us. Back up. Давай назад, давай! Давай, ебать! Yeah. Поехали! Поехали, уроды! На-на! Off campus. Now we just gotta get through town. Without getting killed. Эй, ты чё? Слышь ты? Пошёл нахер, ёбан, твою мать. Ой, ой-ой-ой. Я надеюсь, мы не погибли. Да, мы живые, надо же. Вообще обычно после такого умирают. Так, ну ребятки, это контрольная точка, в принципе. Леон, Элина, are you two alright? Да, пройдем дальше. Да, давай спускаемся нахер. Куда там? Сюда, что ли? Да, я думаю. Давай. Чё? Ко мне, быстрее. А, блин, сюда. О, нет. А, нет, еще не было контрольной точки. Хреново. Очень хреново. Так. Сейчас мы буквально через несколько секунд вернемся, ребятки. Пауза пока. Ага. Подожди. Так, ну мы продолжаем с вами. Угу. Что за жизнь, ребят? Жизнь боль. Опять загрузка. Интерактив сейчас будет, наверное, да? Эмблема змей. Фиг вот узнать. Во, продолжаем с вами. Мы спустились, блять, самое говно, мать вашу. Да, это контрольная точка. О, как все запущено. Крысы, в общем, дерьмо самое дерьмище. Пока-пока. Нам надо спешить. Чем дело? Не любишь канализацию? Послушай, давай пройдем до собора. Не будем пропускать. И там я себе все расскажу. Вот это важно, кстати, мне. But, sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. Чё, старый? Ну, правда-то. Я знаю причины их сомнений. Бля, как Джордж Буш на... Ещё один старик. Не, это президент, похоже, нет? Да не, не может быть. Не, не президент, какой-то другой. Да уже после такого все сдохли бы. Bio-organic weapons are a global threat. And we are partly to blame.
We have to come clean. Нам нужно рассказать всю правду и начать сотрудничать с остальным миром. Если мы хотим, чтобы у нас остался хоть один шанс справиться с этим... Надо сейчас было справиться с этим говном. Чтобы вы не решили, сэр, я с вами. Да, сэр, я. По делам. О, меня по рукам, точнее. Тебе назначили? Я всегда дружу. Да-да. Вот такие вот, ребятки, пироги. С такого дерьма все начинается. Хо-хо-я. Будем... Пусть... Чё это было написано? Я не понял. Пусть будет непростым что-то. Ну и насрать, да. Ну, давай пропустим, это уже, в принципе... Ну все, тут уже не пропускать не надо. А, достали загрузки. Ёп. Let's get moving. We don't have much time. А, что, проходим дальше или как? Так, ну это сохранение, ребятки. Думаю вам... Так, ну в принципе можем здесь остановиться. В следующей серии мы будем проходить. Дальше пройдем. Да-да. Ну что ж, с вами был The Gamer, Alpha Storm. Resident Evil 6. Да, 6 мы поиграли с удовольствием, нам понравилось. До новых встреч, увидимся с вами. Не забываем подписываться, конечно же, на канал. Всем пока. Пока.